Жестокое обращение с животными не редкость в нашем мире. Многих животных, которые прошли через различные обстоятельства, удалось спасти и даже найти для них приют. Но ангел, изморенный голодом щенок, который уже был на грани смерти, смог выжить только благодаря любви. Это было достаточно сложным делом, и может быть только чудо, и помогло собаке собраться с силами и не умереть. Она так сильно изголодала, что у нее была полиоргнанная недостаточность, и, вероятнее всего, та ночь могла бы стать последней для нее. Потихоньку спасателям удалось приучить собаку есть. Но это нужно было делать очень осторожно, ведь чрезмерная пища могла бы стать причиной смерти. Спустя несколько месяцев терапии и заботы, ангел стала такой, какой была прежде она стала светиться от счастья. Теперь у нее есть дом, и она может играть там весь день. Ангел своим примером доказывает, что у любой истории может быть счастливый конец, независимо от обстоятельств.